Всем добрый день. Пожалуйста, проверьте, как меня слышно. Если есть какие-то проблемы со звуком или изображением, прошу написать об этом в чат. Прекрасно, плюсики вижу, значит, звук отличный. Меня зовут Андрей, я являюсь маркетологом компании «Анекстур» в городе Оренбурге. Напоминаю, что для избежания технических неполадок и просто для вашего удобства желательно просматривать вебинар в браузере Google Chrome и подключить наушники для улучшения качества звука. Если изображение будет полностью отсутствовать, попробуйте обновить страницу. Просмотр сегодня как никогда будет требовать стабильного подключения к интернету, поэтому если у вас будет пропадать звук, изображение, либо просто видео будет немного подтормаживать, скорее всего, проблема с вашей стороны. И опять же, в этом случае, вероятно, поможет перезагрузка страницы. Все записи лучших вебинаров вы можете найти на нашем официальном YouTube-канале. Отвечая на вопрос, который буквально в эту секунду у нас прилетает в чат, попасть на наш YouTube-канал можно, нажав на большой белый логотип Анекс Про, расположенный в нижнем левом углу вашего экрана. Там вы найдете записи обучения по всем открытым и закрытым направлениям, а также подробнейшие курсы, посвященные самым популярным курортам, на которых вы можете
максимально близко познакомиться со страной, узнать основную отельную базу и сформировать свое представление об интересных местах, каких-то подводных камнях, ожидающих туристов, специфике отдыха и нашей экскурсионной программе. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Теперь, если вы готовы продолжить мероприятие, прошу нажать на значок огонька, расположенный слева от вашего чата. Это такая своеобразная реакция, которую можно нажимать всегда, когда вам что-то нравится, либо вас что-то удивляет. Я рад приветствовать вас на нашем большом двухчасовом вебинаре, посвященном Турции, а именно Анталийскому побережью, которое представляет собой основу успешной работы практически любого турагентства. Сегодня вебинар у нас будет не совсем обычным. Он будет не только продуктивным, не только информативным, но, наверное, даже в большей степени развлекательным. Мы с вами поговорим об основных отелях, подходящих для активного отдыха, посетим в режиме онлайн все достопримечательности Средиземноморской ривьеры и убедимся, что отдых на Анталийском побережье Турции – это не только море и отели, на все включено. Почему мы назвали все это видеопутешествием? Потому что я приготовил специально для вас больше 20 небольших видеороликов, благодаря которым вы сможете, буквально не отходя от своего компьютера или просто не выпуская из рук мобильного телефона, побывать во всех уголках солнечного Анталийского побережья. Ну, я думаю, на этом моменте, на этом этапе можно начинать наш полет. Мы взлетаем. Еще раз напоминаю, что для комфортного участия в мероприятии вам понадобится стабильное и, самое главное, качественное подключение к интернету. Ну, а я продолжаю. Отельная база туроператора Annex Tour обширна и разнообразна. Она включает в себя абсолютно любые варианты различной ценовой категории, как бюджетные, так и прекрасные отели для взыскательных туристов. Полетная программа в Анталию с вылетом из региональных городов уже выставлена и уже началась. В этом году она у нас стартует как никогда рано, а именно с первых чисел марта. Отдых в Турции в начале сезона имеет ряд особенностей, которые при грамотной презентации туристу могут стать неоспоримыми преимуществами. Прежде всего, бронируя туристов на одну из первых дат, вы предоставляете им возможность за небольшую, но весьма доступную цену отдохнуть в отеле высокого уровня, пользуясь всеми благами системы «Все включено». Несмотря на то, что купание в море в связи с низкой температурой затруднительно, вполне можно плавать в подогреваемом бассейне, дышать свежим воздухом, гулять, комфортно посещать экскурсии и прежде всего попасть в отель такого уровня, который, вероятно, никогда не будет доступен для этого туриста в высокий сезон. Ну и не менее важный аспект заключается в том, что практически во всех популярных туристических местах и достопримечательностях не будет огромного столпотворения народа. А кое-где, если особенно вы прибудете утром, вы даже сможете прогуляться буквально в полном одиночестве. Анталийское побережье от Annex Tour – это круглогодичная полетная программа, прямые вылеты из 38 городов России, собственная принимающая страна и большой ассортимент эксклюзивных и гарантированных отелей, которые вы можете предложить своим туристам. Мы же всегда стараемся поддерживать цены на конкурентоспособном и доступном уровне относительно цен других туроператоров. И, конечно, на нашем официальном сайте вы можете забронировать не только пакетный тур, но и наземное обслуживание, либо собственноручно собрать нестандартную заявку с проживанием в нескольких отелях, что, безусловно, поможет вашим туристам организовать свой отдых максимально продуктивно.
Так, я думаю, мы можем продолжать. Наверное, основной вопрос, который сейчас интересует как туристов, так и агентов, это отдых в Анталии в современных реалиях и ковид-ограничения, введенные в стране. Я думаю, стоит остановиться на этом вопросе более подробно. Сейчас турецкое правительство продолжает вести активную политику по предотвращению распространения вируса на территории страны, поддерживает население в виде налоговых и финансовых послаблений, банковских льгот и даже утверждает налоговые каникулы для отельного и туристического сектора. Как вы знаете, введена сертификация отелей на отсутствие вирусной инфекции и соблюдение стандартов гигиены. Но как же все это отражается непосредственно на самих туристах? В связи с постановлением правительства Турецкой Республики, каждую неделю в стране действует комендантский час для местных жителей в будние дни с 9 вечера до 5 утра, а в конце недели на все выходные тоже с 9 вечера, но уже пятницы по 5 утра понедельника. Комендантский час не распространяется на туристов, следовательно, в выходные дни туристы могут гулять, могут отправляться куда угодно, но в вечернее ночное время не будет работать почти ничего, кроме продуктовых магазинов. Это касается, скажем так, города, то есть всего того, что находится за территорией отеля. На территории курортных зон сейчас не функционируют бассейны, хамамы, сауны, массажные салоны и тематические парки, в том числе и в отелях. Для каждого рынка и торгового центра просчитано максимальное допустимое количество посетителей, и попасть туда можно только получив специализированный QR-код на турецкую сим-карту. В случае превышения установленного количества гостей, они будут ждать своей очереди и выходить уже по мере выхода других людей. Но несмотря на то, что инфраструктура такая, как спа-центры и бассейны, официально не работают, многие отели, даже я бы, наверное, сказал большинство, оставляют их открытыми, туристы спокойно могут ими пользоваться. Тем не менее, 100% гарантировать их работу ни мы, ни вы не можем. Официально все закрыто. У крупных и популярных гостиниц Турции есть негласные договоренности с властями, но, к сожалению, не у всех. Поэтому в описании отеля на сайте всегда знакомьтесь с разделами важной информации «Зимняя концепция». Мы стараемся поддерживать их актуальными по мере получения информации от принимающей стороны. В каких-то отдельных случаях рекомендуем зайти, например, на сайт Top Hotel и написать в отель напрямую, уточнить, какие бассейны будут работать, что нет. Как правило, сейчас отели достаточно быстро отвечают на эти вопросы. В отельных ресторанах шведская линия непосредственно раздачи еды осуществляется либо за лентой, либо за стеклом, самим персоналом отеля. Городские кафе и заведения официально работают до 7 часов вечера, а также работают в режиме на вынос. Но по факту же, конечно, до последнего клиента и в 8, и в 9 часов, скорее всего, вы найдете где поужинать. Все музеи, а также культурно-исторические достопримечательности функционируют в полной мере. Однако, как и любое общественное место, требует соблюдения масочного режима. Причем интересная особенность заключается в том, что маску вы должны носить везде, не как в России. В отеле, на улице, даже за рулем автомобиля. Исключение составляют только частные отельные пляжи. Положительная же новость заключается в том, что правительство Турции готовится постепенно снимать действующие в связи с пандемией ограничения. Поэтому мы рассчитываем, что к началу активного летнего сезона вся туристическая деятельность возобновится в полной мере. Соответственно, информацию об отелях сегодня тоже мы будем давать в некоторой степени, исходя из положительных прогнозов. Но какие-то моменты именно в современных реалиях тоже обязательно я буду отмечать. Ну и также стоит отметить, что отрицательный ПЦР-тест для въезда в Турцию требуют до 15 апреля гарантированно. В дальнейшем уже возможны некоторые корректировки. Для транзитных и трансферных пассажиров, не пересекающих границу Турции, наличие данной справки не требуется. Также просим не забывать, что за 72 часа до прибытия в Турцию все пассажиры должны зарегистрироваться на специализированном сайте, указанном на слайде, заполнить онлайн-форму, получить индивидуальный QR-код и предъявить данную форму сотруднику авиакомпании либо в печатном, либо в электронном виде. Естественно, все требования, которые я сейчас озвучил, как часто бывает, соблюдаются весьма поверхностно.
Что-то проверяется, что-то нет. По факту все делается на честном слове. Но, тем не менее, обязательно все документы должны быть, потому что никто не может гарантировать, что пограничник либо таможенник не проснется в плохом настроении и не сделает свою работу более тщательно. Поэтому обязательно все получаем, ничего не подделываем и имеем на руках все необходимые документы. Курортный город Анталия. Вопрос. Для вакцинированных туристов надо сдавать тесты? Да. Вакцинация – это сугубо добровольное дело, которое имеет характер лишь для самого туриста. Ни в одной пока стране нет официальных каких-то комментариев по поводу непредоставления справки вакцинируемым туристам. Курортный город Анталия – это прежде всего море с прозрачной бирюзовой водой, замечательно организованные пляжи и приемлемые цены в сочетании с высоким уровнем сервиса. Город построен на каменистом плато на высоте 40 метров над уровнем моря в Анталийском заливе, который окружают живописные Таврийские горы, покрытые густыми сосновыми лесами. Находится Анталия всего лишь в 15 километрах от международного аэропорта, что является, я думаю, определяющим фактором для туристов, отдыхающих с маленькими детьми и не желающими тратить время на длительный трансфер. Иногда даже предпочитающих заплатить 20-30 евро за такси и добраться до отеля самостоятельно за 15-20 минут, не дожидаясь групповой трансфер, либо просто арендовать авто непосредственно в аэропорту прилета. В чат у нас адресуют много вопросов. Какие-то вопросы я буду зачитывать в ходе повествования, но если я их сейчас не зачитал, вы не обижайтесь. После мероприятия я пролистаю чат вверх и просто по порядку зачитаю все вопросы, на которые ответы я не дам, чтобы вот сейчас не задерживать людей, которые знают ответы на эти вопросы. Если ваши туристы отправляются на отдых с целью знакомства со страной и посещения достопримечательностей, а отелям нужен только в качестве перевалочного пункта, где можно поспать и поесть, то можно смело рекомендовать им один из отелей цепочки Лорен, расположенных в районе Лара. Собственно, как и многие отели, расположенные именно в Анталии, туда многие люди добираются на такси, как я об этом говорил. И, отвечая на вопрос в чат, могу сказать, что такси от аэропорта до отеля Анталия обходится от 20 до 30 евро в среднем. В данном регионе, то бишь в Ларе, мы сотрудничаем с двумя гостиницами Лорен Family Hotel Boutique и Лорен Seaside Hotel Spa. Я имею в виду сеть отелей Лорен с двумя гостиницами. Их концепция не отличается. Расположены они в пределах 500 метров, в двух минутах ходьбы от скалистого морского побережья парка Дюден. Последняя реновация проводилась в 2019 году, а мелкий косметический ремонт идет до сих пор. Отели новые, очень комфортные, с качественным, хоть и простым ремонтом в стиле лофт. В номерах есть кондиционер, мини-бар, ежедневно пополняемый водой, набор для приготовления чая, кофе, бесплатный и очень шустрый Wi-Fi, а также сейф, который турист может получить в номер за 2 евро в сутки. Кроме того, в распоряжении гостей бассейн, трансфер на пляж и действительно работающие, несмотря на все запреты, хамам и сауна, которые можно посетить бесплатно. В данных отелях вы можете забронировать только завтрак, который организуется в виде комплексного обеда либо ужина, то есть каждый день приносят несколько тарелок с самыми разнообразными яствами, незначительно меняющимися день ото дня. Напитки, такие как кофе, чай, вода, включены как во время приема пищи, так и в баре. Алкоголь приобретается уже за дополнительную плату. Пример такого завтрака, о котором я говорил ранее, собственно, завтрака, который был мне подан во время четырехдневного пребывания в отеле Лорен Family Hotel Boutique, можно наблюдать на нижней правой картинке. В пешей доступности от любого отеля Лорен находится одна из самых посещаемых природных достопримечательностей. Наверное, во всем городе. Это водопад Нижний Дюден. Самый большой в мире поток воды, низвергающийся прямо в открытое море, чья высота достигает 45 метров. Он красив как днем, так и ночью, когда включается великолепная подсветка, а закрепленные по периметру лампочки создают эффект звездного неба. Рядом
С водопадами располагаются многочисленные кафе, ресторанчики и магазины сувениров. Но мало кто знает, но помимо Нижнего Дюдена в Анталии вы можете увидеть еще два великолепных водопада. Это Верхний Дюден. Интересный тем, что его можно осмотреть изнутри, попав в пещеру, расположенную позади потока воды. Конечно, если вы не боитесь немного намочить свою одежду. И водопад Куршунлу – природный объект, который в прямом смысле слова можно потрогать руками, подойдя к нему снизу вплотную. Оба водопада – это очень приятные парковые зоны с удобными тропинками, лесенками, мостиками, продавцами натурально свежевыжатого сока, лавочками и нетронутой природой. Попасть в один из этих парков вы можете либо, опять же, арендовав автомобиль, либо на такси, либо приобретая экскурсию у гида. Последний вариант имеет преимущество, так как предоставляет возможность осмотреть и другие достопримечательности, расположенные поблизости, так как экскурсии, как правило, организуются по нескольким популярным точкам и маршрутам. Ну а мы с вами сейчас прогуляемся по этим живописным местам, как я обещал, в режиме онлайн. Тех туристов, которые отдыхают в отеле Сети Лорен, отвозят совершенно бесплатно 3 раза в день на пляж общественный, расположенный в Ларе, то есть где-то примерно, наверное, в 1,5-2 километрах от самого отеля. 3 раза в день расписание обычно вывешивается на рецепции. Если маску нужно носить, как фотографироваться? Хороший вопрос в маске. Вот. Ну, опять же, носить маску нужно там, где проверяют. Если вы приезжаете в какое-то туристическое место, в тот же водопад Дюден, либо в какой-то античный город, естественно, никто не будет вас спасти. Вы через турникеты приобретете билеты, пройдете в маске, дальше можете ее снять. Просто нужно быть начеку, если видите жандармов местных, тогда маску одеваете. Все. Поэтому фотографироваться не мешает, а для многих фото в маске даже выглядит колоритным. Если турист просит подобрать отель в пешей доступности от старого города, то вы можете предложить ему не так много вариантов. Ramada Plaza Antalya – один из них. Его главное отличие от предыдущих вариантов размещения в том, что общий уровень сервиса здесь выше. А подойдет он для той же категории туристов, но готовых потратить несколько большую сумму на комфорт. В номерах имеется мини-бар с ежедневным пополнением, гладильная доска и утюг, набор для приготовления чая и кофе, тапочки, халаты, электронный сейф, интернет и достаточно большой балкон. На территории красивый панорамный бассейн, крытый бассейн, детская секция в крытом бассейне, 2 а-ля-карт ресторана, спа, фитнес-центры, мини-клуб, то есть, в принципе, все, что турист привык видеть в 5-звездочных отелях Турции. Работает он по 3 концепциям питания. Во-первых, это завтрак и полупансион, согласно которым услуги в а-ля-карт ресторанах, а также местные импортные алкогольные и безалкогольные напитки предоставляются платно. И ультра, все включено, предоставляющая завтрак, поздний завтрак, обед и ужин по системе шведский стол. Плюс мороженое, некоторые импортные, местные алкогольные, безалкогольные напитки. Собственный пляж находится рядом с отелем, и вход осуществляется с платформой. Поэтому пляж, наверное, все-таки это слово нужно выделять в кавычки. Имеется отличный Wi-Fi, шикарное местоположение и анимационные программы. Живая музыка, вечерние шоу, спортивная анимация – анимация с пенными вечеринками. Все это несколько раз в неделю. Отлично в целом отель подойдет для
туристов, отправляющихся на отдых с целью знакомства со страной, но предпочитающих ночевать в максимально комфортных условиях и нести минимум дополнительных расходов. Отель находится рядом с крупнейшим парком города Каралеоглу. Это безоговорочно самое красивое место Анталии, которое может похвастаться обилием разнообразной растительности, необычными арт-объектами и прекрасными видами на скалистые побережья. В восточной части парка располагается старинная башня, называемая Хадырлык, построенная руками древних римлян примерно во втором веке нашей эры. Ну и, конечно, не стоит забывать, что Анталия – это прежде всего активная ночная жизнь и столица шопинга всего побережья. Ночные клубы, лаунж-бары, рестораны, пляжные дискотеки – они ежегодно встречают просто огромное количество туристов. Основная развлекательная инфраструктура располагается в историческом центре города, квартале Калейчи, либо же недалеко от него. Именно здесь находится самые узнаваемые бары, кафе, рестораны города и самый большой выбор турецких сувениров. Здесь же турист сможет увидеть ворота Адриана, самую древнюю достопримечательность города, выполненную полностью из мрамора и гранита. И проживая в Ромада Плаза Анталия, вы сможете попасть сюда пешком. Чтобы узнать и увидеть настоящую Анталию и познакомиться с традициями этого удивительного города, необходимо посетить квартал Калейчи, каждая улица и каждый уголок которого буквально пропитаны особой притягательной атмосферой, выражающейся в узких улицах, старинных зданиях, ресторанах и турецких лавках, которые очень уютно соседствуют друг с другом. Именно тут можно увидеть архитектурные сооружения, характерные для разных исторических эпох, от Древнего Рима и Византии до Османской империи. Если же спуститься пешком или на лифте к старинному морскому порту, вы сможете осмотреть широкие оборонительные сооружения, каменные башни и береговые пушки, которые до сих пор выглядят очень внушительно. Тут царит отличная атмосфера, волны бьют а каменные стены, художники-маринисты пишут свои картины прямо на берегу, а местная молодежь поет песни под гитару. Здесь же можно подойти к торговцу, который предлагает попробовать огромные свежие мидии всего лишь за одну лиру, за одну штуку. Поэтому фактор близости к старому городу является определяющим при выборе отеля непосредственно в самой Анталии. И сейчас мы с вами обязательно прогуляемся по этому колоритному месту. Риксос, даунтаун Анталия. Несмотря на то, что был открыт в далеком 1990 году, а последняя реновация проводилась в 2011, выглядит очень достойно и до сих пор является одним из лучших вариантов размещения в районе Каньялты, ну и, наверное, во всей Анталии. Имеет собственную часть на общественном галечном пляже, который находится в 300 метрах от отеля через дорогу. Спускаться туристу придется на лифте. Заход в море. Галька, на пляже имеется бар, но, к сожалению, он полностью платный, то есть как безалкогольные, так и алкогольные напитки. На территории открытый бассейн, подогреваемый зимой, два а-ля карт ресторана и действительно широкая концепция «Все включено», предоставляющая туристам неограниченное количество местных и импортных напитков с 9 утра до 12 ночи. Wi-Fi бесплатный на всей территории отеля, включая номера. Территория сама небольшая, но очень красивая. Можно покормить рыб и черепах, которые проживают в небольшом пруду. Очень много кошек, бродящих по территории. Есть дартс, настольный футбол и теннис. Во всех барах делают коктейли, а у бассейна в холодильнике можно взять любые напитки
самостоятельно. Плюс сладкая вата, фрукты, лепешки, пицца, наггетсы в течение дня предлагаются туристам бесплатно. Отличный бутик-отель с хорошим сервисом, номерами и местоположением, в котором можно как и отдохнуть от шума и суеты, так и провести свой отпуск весьма активно. В чат пишут небольшое замечание, сейчас там туристы бассейны не греют. Это да, это, конечно же, связано как раз-таки с пандемией, потому что работа бассейнов на улице, к сожалению, запрещена. Поэтому, опять же, такие моменты лучше уточнять предварительно. Очень много кошек на территории, запаха нет кошачьего. Здесь нужно внести небольшую ремарку. Кошек много не на территории отеля, кошек много в Анталии, в Турции, везде. Вы можете прийти в парк, увидеть целый кошачий городок. Вы можете попасть в отель, увидеть домики и там 8 кошек одновременно. Нет, запаха нет, за ними убирают. Они все чипированные, все привитые. Ну, это, скажем так, особенности местного менталитета. Возвращаясь к Риксусу, он, конечно же, подойдет как молодежи, потому что находится в центре города, можно выйти погулять, можно посетить любые заведения, но при этом ожидать какой-то активной анимации на территории отеля, по крайней мере, какого-то рейва, там совершенно не нужно. Ну и, конечно, в основном отдыхают там, как правило, семейные пары, ну, также пары с детьми. Главное достоинство отеля, на мой взгляд, виды, открываемые с его территории. На смотровой площадке у лифта перед каждым гостем предстает великолепная панорама города, Анталия, Таврийские горы и действительно бесконечной морской глади. Риксос предлагает своим гостям много интересных возможностей, вариантов досуга, и все это по весьма доступной цене. Во-первых, обращайте внимание, что на все отели этой сетки сейчас у нас рассчитана акция, и бронируя любой Риксос, вы получаете повышенное агентское вознаграждение в размере 14%. Я думаю, это хороший аргумент. Во-вторых, стоит не забывать, что все отели сети Риксос обладают весомым плюсом. Это бесплатный трансфер и вход в парк развлечений Land of Legends. Гости отелей могут посещать вечерние шоу-программы приглашенных знаменитостей, естественно, в приоритете в будущем, пользоваться всей инфраструктурой, такой как бассейны, аквапарк и горки. Трансфер предоставляется по запросу и необходимости, в зависимости от количества гостей, желающих посетить парк. В данный момент, в связи с пандемией, в землях легенд функционирует лишь бесплатный торговый променад, доступный абсолютно для всех туристов без приобретения входного билета. Тем не менее, даже в таких условиях это превосходная площадка для вечерней прогулки и очень дорогого шопинга. Часто задают вопрос, а что там делать, если все закрыто? Я предлагаю посмотреть, как сейчас выглядит Land of Legends вечером. Я думаю, зрелище очень завораживающее, действительно очень красивое, и однозначно стоит посетить его даже сейчас в условиях пандемии. Как я и говорил, Риксос Даунтаун Анталия расположен в районе Коньялты, знаменитым своими протяженными галечными пляжами, обладателями награды «Голубой флаг» и неповторимым видом на горы. Именно тут расположен торговый центр Мигрос, а также Луна-парк, аквапарк, дельфинарий и одни из главных узнаваемых достопримечательностей города – Анталийский океанариум и античный музей, куда можно попасть из данного отеля и всех расположенных поблизости вариантах размещения пешком. Но нас интересует именно аквариум. Его реклама заявляет, что там расположен крупнейший застекленный подводный тоннель в мире протяженностью 131 метр.
Это, однако, не совсем так. В Шанхайском океанариуме есть тоннель еще больше, длиной 150 метров, но не в этом дело. В любом случае, данный маркетинговый ход ни в чем не преуменьшает его значимости. Он однозначно заслуживает внимания, особенно интересен покажется детям. Здесь есть тематические выставки, где можно увидеть самых разнообразных представителей морской фауны и даже затонувший самолет. Билет будет стоить от 35 до 100 долларов в зависимости от наполненности экскурсии и количества посещаемых выставок. Теперь я предлагаю немного отвлечься. Проверим, как всегда, насколько люди меня внимательно слушают. Я хочу задать вам один вопрос. Какой самый бюджетный отель Турции вам доводилось продавать хотя бы раз в своей жизни? Не стесняйтесь, пишите свои варианты в чат. То есть самый недорогой бюджетный отель, неважно, где он находится, в Анталии, либо в каких-то ближайших поселках. Ну, а я тем временем начну свой рассказ. В марте этого года мне удалось пожить, вероятно, в самом бюджетном, самом недорогом и для многих неприглядном отеле всего Анталийского побережья, который предлагает туроператор Anaxur. Остановился я там на 2 дня. Это отель Benna Hotel 2 звезды. Отель, открытый в 2009 году и реновированный в 2013. Несмотря на 2 звездочки в названии, он оставил неожиданно приятные впечатления. Состоит из 1-3-этажного здания, расположенного в 2 минутах ходьбы от общественного пляжа. В самом центре района Куньялты с огромным количеством кафе, магазинов, супермаркетов и 3-километровой прогулочной набережной. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца предоставляются платно. На территории имеется открытый бассейн, слабенький Wi-Fi и ресторан, где подается скудный, но весьма вкусный ужин. Номера очень скромные, но при этом чистые и опрятные. Wi-Fi, фен, пустой мини-бар, платный сейф, душ, ламповый телевизор и очень низкие кровати, твин или дабл. Сюда я рекомендую отправлять неприхотливых туристов наверное, туристов, которые возвращаются в номер только переночевать, либо просто отдохнуть. Каждый из стандартных номер вариантов размещения обладает одной любопытной особенностью. Но ее мы наглядно увидим в дальнейшем. Стоит учитывать тот факт, что вы сможете забронировать только питание HB, то есть завтрак и ужин. Других каких-то концепций здесь не предусмотрено. Чтобы продемонстрировать вам все плюсы и минусы Benna Hotel, я снял небольшой видеообзор. Он у нас будет без музыки, поэтому может показаться, что звука изначально нет. Но звук есть, и лучше его тоже немного прибавить. Что мы можем понять из данного ролика? Во-первых, каждый номер оборудован встроенным радио, благодаря которому вы сможете разбудить своего спутника непередаваемыми турецкими мотивами или даже колоритными молитвами. Во-вторых, ужин предлагается в ресторане отеля по системе
Что дадут, то и ешь. При этом он скромен, но весьма неплох. Мне достались просто великолепный томатный суп, которого я съел целых две порции, салат, перловка в качестве гарнира, куриный шницель, соленые соленья, свежий хлеб, чай и очень вкусное банановое пирожное. А вот завтрак проходит иначе. Причем с такой любопытной системой питания я столкнулся впервые. Владелец Бенна Хотел, который, к слову, хорошо разговаривает по-русски и сам живет в своем же отеле, оплачивает турецкий завтрак для каждого гостя в частном кафе «Черри», расположенном на самом берегу моря, в 300 метрах от основного корпуса. Завтрак не только вкусный, но и подается в одном из самых красивых мест на побережье. Здесь вам представится прекрасная возможность с чашечкой кофе на несколько минут залипнуть в горизонт морской глади под шум прибоя и волн. Очень романтично выразился, да, не правда ли? 29 марта с вылетом из Москвы вы можете забронировать Бенна Хотел на 7 ночей всего лишь за 26 тысяч рублей на двоих. И для вас, я думаю, для ваших клиентов это может стать хорошей возможностью начать открывать для себя другую сторону Анталийского побережья за совсем небольшие деньги. Отвечаю на вопрос в чат по поводу пляжа. Каньялты – там общественный пляж, то есть вы можете взять полотенце и лечь, где вам нравится. Арендовывать, естественно, какое-то пляжное оборудование совершенно не обязательно. В этом районе находится множество автобусных остановок. Если сесть на автобус номер 8 или номер 6 и двигаться в сторону гор, можно добраться до канатной дороги, одной из новейших, интереснейших, самое главное, доступных для самостоятельного посещения достопримечательностей. Канатная дорога расположена на окраине Анталии, в сторону Кемера. Билет стоит около 20 лир за человека туда и обратно. По дороге на вершину вам откроются обалденные виды на город и Средиземное море. На самой горе прохладно, тихо, спокойно, вокруг растут хвойные деревья, повсюду чистый воздух, и нет такого столпотворения народу, как, например, на горе Олимпос рядом с Такеровой. Имеется несколько кафе с вполне адекватными ценами, а также специальные смотровые площадки, с которых удобно полюбоваться видами и просто сделать фотографии. Отдыхая в городе Анталия, вы или ваш клиент обязательно должны посетить развалины древнего города Перги самостоятельно, либо же в составе экскурсии, которая, кстати, часто объединяется как раз-таки с водопадами, речь о которых велась у нас ранее. И это одна из интереснейших достопримечательностей региона, которая будет важна прежде всего для любителей живописных руин и истории. Расположен Перги в пригороде Анталии на достаточно большой площади. Согласно легенде, город был основан после Троянской войны, поэтому представляет собой исторический объект самой разнообразной культуры и архитектуры. Отличный вариант досуга для туристов, желающих ознакомиться с культурой страны и не планирующих дальние экскурсии в Иерополис или античный Сиде. Посмотрим, что же ждет вас в древнем городе Перге. Если ваш турист желает забронировать несколько более привычный турецкий отель, либо хочет находиться ближе к достопримечательностям Белека или Сиде, но при этом увидеть всю ту красоту, о которой мы говорили ранее, и, конечно же, максимально сэкономить, в данном случае мы предлагаем в качестве размещения Мелос Лара Хотел. Отель, который не обладает какими-то специфичными особенностями, но представляет собой образец крепкой пятерки с высоким уровнем сервиса, небольшой, но очень зеленой территорией, высоким рейтингом и прекрасными отзывами
на специализированных сайтах. Все, как любит турист. Клиент заходит на Top Hotels, а там все отзывы зелененькие. После чего его внутреннее доверие к отелю многократно возрастает. За счет компактной территории на пляже здесь всегда хватает лежаков. Зонтики, пляжные полотенца предоставляются бесплатно. Пологий песчаный заход в море прекрасно подойдет для гостей, отправляющихся на отдых с детьми. Пирса, в отличие от соседних отелей, нет. На пляже есть стандартные развлечения, чай, волейбол, в баре разнообразные напитки, коктейли и закуски. На территории большая лужайка, покрытая газоном, на которой стоят лежаки и беседки. Футбольное поле, детская площадка, сцена для вечерних шоу-программ и мини-диско. Все очень чисто и ухожено. Бассейн в отеле один. Большой, в нем же есть отделение для детей и секция с водными горками. Лежаки возле бассейна практически все занимаются, их не так много, поэтому для того, чтобы успеть, необходимо вставать пораньше, либо расположиться на пляже. Ну, сомнительный минус на самом деле. Анимация весьма активная, турист скучать точно не будет. В целом, это хороший отель весьма высокого уровня, который подойдет для абсолютно любой категории туристов. С этого момента мы с вами начинаем двигаться в сторону Сиде. Но прежде чем мы переместимся в этот замечательный регион с его великолепными песчаными пляжами, предлагаю совершить крюк и заехать в небольшой, но при этом элитный курорт Белек, чтобы ознакомиться с его достопримечательностями и интересными местами. Утверждение о том, что Белек – это несколько магазинов, исключительно пляжный отдых, из-за территории отеля, по сути дела, ничего его не будет ждать. Верно, но лишь отчасти. Активному путешественнику, которому надоест целыми днями лежать на пляже и пользоваться благами системы «Все включено», тоже будет чем себя занять. Но для этого, я думаю, ему придется приобрести, опять же, экскурсию у гида, либо преодолеть самостоятельно несколько десятков километров. В 18 километрах от Белека вы можете увидеть руины древнего города Аспендос. По гигантским размерам амфитеатра, главной визитной карточки достопримечательности, можно судить, насколько велик был этот город в античные времена. Сегодня на 2000-летней сцене по-прежнему ставятся спектакли и идут концерты. За амфитеатром ниже по склону горы разбросаны руины агоры, терм, крепостных стен. А внизу на равнине виден самый большой акведук всего Анталийского побережья, под которым можно проехать на автомобиле по совершенно обычной дороге. Аспендос лежит в нижнем течении реки, которая называется Кёпрючай. В ее верховьях пробивается она сквозь живописный горный каньон. Все вышеперечисленное образует собой национальный парк Кёпрюлю, являющийся визитной карточкой Белека. Его главной достопримечательностью и основной экскурсионной программой. Национальный парк считается местом действительно универсальным. Здесь будет одинаково интересно и молодежи, и старшему поколению, и семейным парам с детьми. Обусловлено это тем, что для каждой группы туристов в парке найдется свое занятие по душе, среди которых рафтинг, верховая езда на лошадях, обычные прогулки на свежем воздухе с возможностью полюбоваться уцелевшими руинами древнего города Сельге, альпинизм и посещение карстовой пещеры Магараши. В национальном парке можно увидеть и памятник истории, он называется «Мост Олук», который соединяет два берега реки и руины античного города, основанного сразу после окончания легендарной Троянской войны, где до наших дней сохранились остатки стен, ворот, колоннада и развалины амфитеатра. Но прежде всего
Парк Кетрелю интересен вашим туристам, потому что это основной центр рафтинга на всем Анталийском побережье. И обойти стороной такое уникальное по своей красоте место мы, конечно же, с вами не можем. Watch as the moonlight creeps into the room. You're in the headlights. I wanna feel the way you do. Remember the summer. We chase the morning light. We ran for hours. You were always on my mind. We try to make it out alive, but we let it slip away. We only had a second shot, we'd find another way. На последних кадрах видеоролика было показано одно замечательное место, которое пока что не является популярным туристическим направлением, и попасть сюда даже с экскурсией проблематично. Вам нужно обладать желанием, арендованным автомобилем, достойными навыками вождения по серпантинам и, конечно, забронированной заявкой в Анталию. Если все вышеуказанные требования соблюдены, пишите мне, я расскажу, как попасть в одну из самых красивых точек всего Анталийского побережья. Отвечая про вопросы о рафтинге, да, все работает, все функционирует, экскурсии в пещеру Магараши тоже активны. На этой позитивной ноте мы перемещаемся в Сиде. Небольшой городок, в чью туристическую зону обычно включает все близлежащие поселки, поэтому курорт протягивается на 20 километров вдоль побережья, в обе стороны от небольшого мыса, исторического центра древнегреческого города. Именно там сосредоточено большинство достопримечательностей, а всем желающим совместить пляжный отдых с экскурсионным или отдохнуть бюджетно, необходимо выбирать отель поблизости. В 5, максимум 15 минутах ходьбы от берега можно найти отели в несколько раз дешевле, чем на первой береговой линии. К западу от центра находятся самые чистые, красивые, широкие, самое главное, пологие пляжи, что делает их идеальными для отдыха с маленькими детьми. Высокий сезон западный пляж заполнен под завязку, там всегда шумно и весело. Предлагается множество услуг спортивного характера. Можно попробовать парусный спорт, водные лыжи, заняться дайвингом, рыбалкой или просто поплавать на лодке. А для поклонников экстрима – парасейлинг, то есть полеты над морем с парашютом. К востоку же от полуострова пляжи менее оживленные, поэтому этот район обычно выбирают приверженцы спокойного и размеренного отдыха. А тем, кто предпочитает полное уединение, стоит уйти подальше от толпы отдыхающих вдоль береговой линии, туда, где расположен один из красивейших черепашьих пляжей во всем Средиземноморье. Отель «Зарага Сиден» – это безоговорочно мой личный фаворит и главный победитель в номинации неожиданности открытия последних нескольких лет в Турции. Он был открыт в 2018 году и уже в 2019 провел полную реновацию, поэтому до сих пор продолжает выглядеть буквально как на картинке. Уютный, комфортный, стильный, с интересным современным дизайном, который отдаленно напоминает лучшие черты отеля Selectum Luxury либо Босфорус. Повсюду мрамор, деревянные поверхности, лампочки накаливания, развешаны интересные картины. Состоит из одного пятиэтажного основного здания, расположенного в 150 метрах от моря, и одного дополнительного трехэтажного корпуса на первой береговой линии, в котором расположены всего лишь 19 номеров категории «Suite». Территория общая у этих корпусов. На первой же линии находится только рыбный а-ля-карт ресторан, а вот вся остальная инфраструктура расположена уже в главном корпусе. Учитывая разницу в цене, советуем бронировать именно корпус на второй линии. Он выглядит намного интереснее. Дорога до моря не вызывает какого-то негатива, потому что туристу нужно преодолеть оживленную пешеходную улицу с большим количеством магазинов, после чего он, даже не пересекая дорогу, попадает на пляж, где все пляжное оборудование ему предоставляется бесплатно. В этом районе заход в море очень пологий, оно здесь не глубокое,
Поэтому, чтобы дойти до глубины, нужно преодолеть примерно 20, а иногда даже 30 метров. Вдоль пляжа протягивается набережная, по которой можно добраться прямиком до античного Сидеи, центра исторической торговой жизни города, пешком, либо взяв в аренду велосипед, который обойдется примерно в 10 евро в сутки. Отель имеет крошечную, но очень зеленую красивую территорию с бассейном, лежаками, газоном, баром и столиками. Для любителей не прерывать свой отдых ради обеденного похода в ресторан организована барбекю-зона прямо у бассейна, где повар в течение дня жарит стейки и котлеты для бургеров. Каждый гость отеля может скачать фирменное приложение «Рага» на мобильное устройство, в котором может выбрать закуски и напитки в баре. Вот сейчас, да, нам как раз-таки про это самое приложение пишут в чат. Давайте я расскажу про приложение, а потом прокомментирую отзыв о питании. Помимо шведского стола обычного, да, присутствует альтернатива. Открываешь приложение, заказываешь еду по меню, после чего делаешь заказ, и официант приносит все желаемое. Система «Ультра все включено» работает 24 часа в сутки. Для всех людей, отдыхающих в отеле с ограниченными возможностями, либо просто для пожилых людей, а также болеющих туристов, имеется бесплатный сервис в номер. То есть официанты могут принести все, что угодно, за исключением алкогольных напитков. Я не знаю, там распространяется это просто на жаждущих еду в номер, либо больных похмельем, но в целом задумка хорошая. Во всех барах отеля имеются общие алкогольные позиции, стандартные. Пиво, вино, раки. Но в целом алкогольная карта в каждом баре разное, что заставляет гостей больше двигаться и менять место своей дислокации. По поводу питания. Слышал я уже, что питание скудное, но мне доводилось его лично видеть, поэтому волен с этим не согласиться. То, что порции маленькие, да, это верно, потому что они специализируются на ресторанной подаче. А что такое ресторанная подача, вы можете себе представить. Но никто не мешает открыть это же приложение и заказать себе еще одну порцию. Просто придется подождать. Скажем так, это весьма такая тема щепетильная для отеля, палка о двух концах. То есть, в принципе, мне скудным питание не показалось. В этом году в отеле реализована концепция, о которой все молодые представители мужского пола, я думаю, мечтали с нетерпением, ждали ее годами. Они открыли первый PlayStation бар, где можно будет совершенно бесплатно, буквально не выпуская бокала пива из рук на большом экране, наказать лучшего друга в FIFA или Mortal Kombat. Но и почему этот отель выбирают как раз-таки в основном молодые пары? Потому что Рага не принимает гостей младше 16 лет. Это идеальный вариант для спокойного и качественного отдыха молодоженов, каких-то небольших компаний, любящих вечером посидеть в лобби с горячительными напитками. Насчет, кстати, отдыха, насчет скучно-не скучно, на мой взгляд, это тоже весьма такой вопрос неопределенный. Многое зависит от контингента отдыхающих в конкретный промежуток времени. Иногда бывает, приедет большая компания и всем делает весело, а иногда отель полупустой и всем становится скучно. Но нужно не забывать, что Рага находится в центре города, недалеко находится поселок Кымкёй, мекка активной жизни всего Сиде. Поэтому если знать, как себя развлечь, если знать, куда ехать, то можно сделать свой отдых максимально отвязным и максимально активным. Какой заход в море? Без камней? Нет, никаких камней нет, мелкий песочек. Заход очень хороший и пологий. Подводя общий итог, хочется, наверное, даже заметить, что мы с вами, деятели туризма, нам очень тяжело выбрать отель для собственного отдыха. Я сейчас, можно сказать, да, прорекламировал Рагу, хотя при этом он не является каким-то там эксклюзивом Анекса, который нам нужно предлагать. Просто он действительно произвел на меня впечатление. Мы с вами всегда видим несколько больше, чем обычные туристы, и пытаемся найти для себя тот самый отель, который будет соответствовать абсолютно всем критериям качественного отдыха, но при этом стоит недорого. И в результате мы отправляем на заслуженный отдых десятки клиентов самыми разнообразными запросами, но не можем подобрать тот один единственный отель для самих себя. Так вот, если в ближайшие дни мне предстоит посетить эту страну именно в рамках нерабочей поездки, именно пляжного отдыха, то я обязательно выберу отель «The Raga Side».
Основным достопримечательностям Рага Сиде и первой причиной, почему именно его выбирают туристы в качестве варианта для своего отдыха, является его местоположение. По поводу номеров вопрос очень длинный, я в конце вебинара его обязательно зачитаю, я его не пропустил. Так вот, отель Рага расположен в пешей доступности от главной достопримечательности региона античного Сиде. Это настоящий музей под открытым небом. Большая территория древнеримского города с разрушенными зданиями и сооружениями, сохранившимися колоннами, древним амфитеатром и другими археологическими раскопками, красивой набережной в пиратском стиле, узенькими улочками, торговыми рядами, уютным пляжем и небольшим портом. Поэтому место идеально подойдет для вечерних прогулок и любителей активного отдыха, которых ждет не только большое количество разнообразной архитектуры, но и магазины, кафе, рестораны и порт, откуда можно отправиться на экскурсии и морские прогулки. Так что, если вы планируете провести свой отпуск в Сиде, обязательно посетите античный город. Это прекрасная возможность в прямом смысле слова рукой прикоснуться к истории Турции и узнать много нового о становлении Анталийского побережья. Именно здесь находятся развалины храма Аполлона, являющегося самым узнаваемым символом Сиде, который можно увидеть на большинстве магнитов и открытых, производимых в регионе. Поэтому, пускай виртуально, но, конечно же, мы посетим этот античный город. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. Если целью вашего туриста является прежде всего бюджетный отдых, а главным критерием подбора отеля – близость к античному Сиде, можно предложить ему варианты, указанные на слайде. Бронируя один из них, ваш турист получит отличное местоположение, неплохой сервис, достойные номера, питание, бесплатный Wi-Fi и бассейн. Но самое главное – отличные, ну, наверное, я преувеличил, не отличные, хорошие отзывы на Top Hotels и TripAdvisor. Парк Сиде Хотел. 3 звезды с плюсом. Он не имеет своего пляжа и пользуется общественным, расположенным в 1,5 километрах от отеля. Трансфер осуществляется по востребованности. Последняя реновация у них проводилась в прошлом году. И есть бесплатный Wi-Fi и неплохая анимация. Ос Сиде Хотел 4 звезды. Здесь турист переплачивает прежде всего за собственный песчаный пляж, расположенный в 800 метрах от отеля, шаттл и бесплатное пляжное оборудование. Реновировался совсем недавно и выглядит очень достойно. Досе Хотел, ну Досе, как мы ее называем, отель с красивой зеленой территорией, хорошими номерами, 2 бассейнами и отличным питанием, проверено лично. Есть 2 пляжа, общественные в 700 метрах от отеля, и собственный, добираться до которого придется уже порядка где-то, ну, более километра, может быть, даже 1,5 километра. Курсирует шаттл 5 раз в день, бесплатно. Снэк-бар на пляже платный, есть вечерние дискотеки, софт-анимация и неплохой хамам. Армаз Белла Сан, 4 звезды, это самый респектабельный вариант из предложенной подборки. В 2019 году была проведена полная реновация, поэтому выглядит он очень хорошо. На территории целых 3 бассейна, один из которых с водными горками. Вечерами проходит дискотека, а анимация у них общая с отелем «Армаз Белла Луна», 5 звезд, поэтому весьма активная. Пляж 300 метров от отеля, все пляжное оборудование, включая матрасы, зонтики, шезлонги, бесплатно. Из минусов – платный Wi-Fi, стоимость которого составляет 4 евро в сутки, достаточно дорого. Поэтому связью лучше, конечно, обеспокоиться заранее, отправляясь в отель «Армаз Белла Сан».
Все указанные отели находятся в пешей доступности от 2 до 3 километрах от основной инфраструктуры курорта и подойдут для активных туристов. Можно сделать вывод, что в первую очередь в Сидней мы отправляем туристов, желающих совместить пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой. Ведь Сидней – это прежде всего город-музей, количество достопримечательностей которого могут позавидовать древние европейские столицы. Кроме того, в Сидней можно посетить несколько увлекательных и очень красивых природных достопримечательностей, таких как Зеленый каньон и водопад Манавгат. Зеленый каньон – это водохранилище, расположенное в 40 километрах от города, глубина которого достигает 250 метров. Поверьте, это очень много. Обрывистые берега заросли густым лесом, и вода имеет яркий бирюзовый оттенок. Дорога к нему проходит по опасным и очень живописным горным дорогам, ведущим к узкому тоннелю в скале. Со смотровой площадки на выходе открывается впечатляющее зрелище мощной арочной плотины и водной глади. За дамбой находится причал катамаранов, пиратские яхты и различные лодки, на которых можно отправиться на речную прогулку. Естественно, все можно это сделать, приобретя экскурсию у гида. Исторических достопримечательностей здесь нет. Однако их отсутствие вполне компенсируется великолепной природой и просто чистым воздухом. Сейчас у нас есть прекрасная возможность, пока за окном март, посмотреть, как выглядит каньон вне сезон, без толпотворения туристов, большого количества автобусов и расписных, и даже, наверное, немного аляпистых яхт. Продолжаем двигаться дальше по побережью и попадаем на песчаные пляжи Аланьи, считающиеся одними из лучших в Турции. Вода чистая и прозрачная, инфраструктура развита хорошо, за порядком тщательно следят. Все побережье курорта разделено скалистым мысом на две части. Отдельные участки прибрежных зон принадлежат отелям, но есть и муниципальные пляжи. Вход бесплатный, но вот за пользование пляжным инвентарем придется заплатить дополнительно. От 10 до 15 лир за один зонтик или шезлонг. К слову, чтобы нам максимально правильно ориентироваться в ценах, которые я пусть редко, но называю, я скажу курс лиры. Он обычно достаточно сильно плавает, но в среднем он составляет чуть меньше 10 рублей. То есть умножаем на 10, получаем цену в рублях, максимальную цену. Арендовать лежаки здесь на пляжах Аланьи не обязательно, можно расположиться на полотенце. Самый красивый и популярный пляж Клеопатра протянулся на 2 километра от западной окраины города. Покрытие здесь песчано-галечное, вода остается прозрачной даже при сильных волнах, которые поднимаются довольно часто. Вход в море резкий, глубина набирается быстро, поэтому родителям с маленькими детьми нужно быть предельно внимательными. С западной стороны к скале примыкает пляж Домлатаж, главной достопримечательностью которого считается одноименная пещера. Сейчас мы с вами буквально зайдем в отель Xperia Sarai Beach и из его окна взглянем на пляж Клеопатра и немного пройдемся вдоль побережья до главного порта города Аланья.
Думаю, всем вам хорошо знакома сеть бюджетных отелей «Клеопатра». Все отели, которые расположены в центре города Алания, в окружении многочисленных кафе, магазинов, торговых центров и, самое главное, находящихся в относительной близости к подножию крепости Клеопатры, визитной карточки этого города и к лучшему и самому известному пляжу. Это отели, представляющие собой отличный вариант для бюджетного отдыха вашего туриста, готового заплатить минимум за проживание и комфорт, основную сумму средств вложить в знакомство с культурной или ночной жизнью Алании. Это самое главное. Они, эти отели, преимущественно имеют удобоваримые рейтинги, опять же, на всех основных тематических порталах. Одним из лучших среди них, на мой взгляд, является Клеопатра Мелисса Хотел, 3 звезды, минимальная стоимость которого в конце сезона, в начале, вернее, сезона с вылетом из Москвы на 7 ночей составляет порядка 50 тысяч рублей. За двоих по системе все включено. Это старенький отель с качественной свежей реновацией, которая прошла в этом году, то есть в 2020-м. Здесь хорошие номера, бесплатный Wi-Fi, неплохое питание и общественный пляж, расположенный через дорогу перед отелем, откуда вашему туристу пешком или даже на такси не составит труда добраться до всех основных достопримечательностей города. Но если ваш турист готов доплатить несколько тысяч, то рекомендуем ему отправиться в отель «Алая Клеопатра Хотел», уже 4 звезды, который полностью аналогичен предыдущему, с поправкой на то, что он выглядит намного свежее и новее. Расположен у подножия полуострова, разделяющего побережье на две части, недалеко от археологического музея. Собственный песчаный пляж находится в 50 метрах, буквально через дорогу в отеле имеется турецкая баня, парная, сауна и массаж, естественно, за дополнительную плату. На территории есть 2 бассейна, как на свежем воздухе, так и крытый. Для комфортного времяпровождения то он подогревается в холодную погоду. Для детей тоже есть секция в обоих бассейнах. Если от Мелисса Хотел туристу все-таки придется прогуляться там до центра буквально километр, то, бронируя этот вариант, он сэкономит себе немного времени и денег. Поэтому обратите на «Алая Клеопатра Хотел» особое внимание. Следует помнить, что на пляже Клеопатры шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца предоставляются за дополнительную плату. Бары тоже все платные. Ну и, как вы уже, наверное, догадались, мне в этом году довелось прожить несколько ночей в отеле Xperia Sarai Beach Hotel. Прекрасном варианте размещения, расположенном в самом центре курортной жизни города, буквально на берегу известного пляжа Клеопатра. При этом, в отличие от предыдущих отелей, в Xperia шезлонги и зонтики предоставляются бесплатно. И на самом пляже есть бар, где можно, опять же, бесплатно попробовать местные алкогольные и безалкогольные напитки. Их выбор ограничен пивом, вином, турецкой водкой, ракы, но качество остается на достойном уровне, несмотря на то, что отель 4-звездочный. Номера. Они очень тесные, всего 18 квадратов, но при этом ремонт свежий. В каждом номере имеется кондиционер, мини-бар, ежедневно пополняемый водой, чайник, чай и кофе, плюс Wi-Fi, утюг, гладильная доска, фен. Сейф можно получить дополнительно за 2 евро в сутки. То есть абсолютно полное наполнение номера. За счет комфортабельных условий и полной укомплектованности номера отель часто выбирает для своего размещения спортсмены, любители экстремального спорта и просто активные путешественники. На территории иногда они проводят ненавязчивую анимацию, то есть вечерами живая музыка, имеется теннисный корт, баскетбольная площадка, настольный теннис, дартс и пляжный волейбол. Спа-центр очень маленький, и туда можно попасть за дополнительную плату. Wi-Fi на всей территории, пляже и в номерах бесплатный, но скорость не самая лучшая. То есть переписываться, писать аудиосообщения можно, фотографии загрузить можно, но вот посмотреть кино на ютубчике или загрузить видео уже проблематично. Из минусов, чтобы уж все радужно у нас не было, минусы тоже отмечу. Скромное питание. Но это скорее особенность всех 4-звездочных отелей, наверное, даже не только Алании, но и всего Анталийского побережья. Голодными вы здесь не останетесь. Но ждать разнообразия каких-то деликатесов или просто изысканных вкусов, конечно же, совершенно не нужно. Более того, большинство туристов
бронируя в городских отелях систему питания, все включено, в основном обедает за пределами его территории. Как правило, посещая отельный ресторан только во время завтрака, как это делали мы. Потому что любой отель, расположенный в центре Аланьи, Анталии или Кемера, будет окружать огромное количество кафе, ресторанов, морепродуктов, пиццерий и местного фастфуда. Достаточно выйти из отеля, учуять непередаваемый аромат, исходящий от шашлычной или кебабной, посмотреть, куда он вас приведет, и прекрасно поужинать или пообедать. Свежим донером, кебабом, искандером, шашлыком, поджаренной на гриле рыбой и прочими турецкими деликатесами. Такой обед обойдется двум путешественникам не более чем в 600-800 рублей. Но если быть конкретным, чем же кормят в Ксперии, в отелях, скажем так, похожей ценовой категории? Завтрак стандартный, то есть то же самое, что примерно мы видели в отеле «Лорен». Но на обед и ужин будет два вида мяса, как правило, это курица и какой-нибудь рагу. На ужин иногда бывает рыба, обязательно есть два вида супа, овощи и 2-3 вида гарниров. Все. То есть вы система все включено, даже, наверное, в какой-то степени номинально. То есть вы выбираете из того, что есть, то, что вам больше нравится. И все. Символ и главная достопримечательность Аланьи – это башня Кызылкуле, или Красная башня, датируемая XIII веком, и не менее значимое место – византийская крепость Ичкале, расположенная на вершине холма и возвышающейся над городом, которая, к уже устоявшемуся названию, собственно, как и к самой Клеопатре, ровным счетом никакого отношения не имеет, но название уже прижилось. Ее стены со 140 башнями тянутся вдоль полуострова на 6 километров, а особенно эффектно выглядят ночью, когда включается подсветка. На территории крепости сохранились руины замка 13-го столетия и несколько древних строений. Это ванная, цистерны для воды, церкви и даже этнографические музеи. До крепости можно добраться пешком через оживленные торговые улицы, но это непросто, особенно в жаркую погоду. Поэтому можно воспользоваться фуникулером, который от пляжа Клеопатры доставит вас прямиком наверх. Поездка будет стоить примерно 20 лир с человека за билет туда и обратно. Вход в саму крепость обойдется в 30 лир, но даже не попадая внутрь, можно получить массу положительных впечатлений, так как именно у ее стен открываются непередаваемые виды на город. Я думаю, на город обязательно нам с вами тоже нужно сегодня посмотреть. В завершении рассказа о центре Аланьи, наверное, я еще неплохой... Ну, расскажу вам еще об одной вещи, такой о фуникулерах. Долго думаю, рассказывать или нет. Просто если кто-то из вас планирует поездку сейчас, либо в ближайшее время, фуникулеры, что-то у них Тюпер, расположенный в Анталии, что здесь, в Аланьи, они пока не работают. Опять же, в связи с пандемийными мерами. Их открытие переносится уже третий раз. Сначала их перенесли открытие на 1 марта, затем перенесли на 15 марта, сейчас перенесли на 25 марта. То есть при хорошем стечении обстоятельств 25 марта турист сможет воспользоваться фуникулером, но вполне вероятно продлят. Поэтому прокатиться не удастся. Расскажите про соляные пещеры в Аланьи. Самая известная пещера Аланьи – это пещера Домлаташ. Она расположена около пляжа Клеопатра. Она совсем небольшая, ее осмотр займет буквально 10-15 минут, а попасть в нее вы сможете примерно за 15 лир. И ее нужно начинать смотреть первой, потому что остальные пещеры, расположенные в отдалении, намного эпичнее и масштабнее.
масштабнее. Тем не менее, пещера очень интересная, особенно для людей, у которых клаустрофобия. Говорят, что полезно в пещере находиться астматикам и людям с различными болезнями дыхательных путей. Но, естественно, это не более чем рекламная кампания. В самих пещерах очень душно, очень влажно. Если вы страдаете давлением, то лучше туда, конечно, не соваться. Но действительно интересно будет посмотреть. Стоит также учитывать, что в пещере вы особо не пофотографируетесь, потому что фотографии будут получаться, скажем так, не самыми лучшими, а вспышка запрещена, потому что сталактиты, сталагмиты, свисающие стены очень сильно страдают из-за вспышки. Сейчас пишут, что работала канатка. Она работала в начале года, совершенно верно, а потом ее вновь, к сожалению, закрыли. И на данный момент ни та, ни другая канатка не работает. С какой пещеры лучше начать? Пещера Дан-Латаш, расположенная на пляже Клеопатры. То есть месте, о котором мы сейчас с вами говорили. Про остальные пещеры мы вскользь немножко еще с вами поговорим в дальнейшем. Пиратское прошлое Алании до сих пор приносит прибыль городу, так как туристы любят отправляться на морские прогулки на многочисленных тематических яхтах, посещать экскурсии по гротам и пещерам, служившим когда-то убежищами флибустьеров, и смотреть на представления ныряльщиков, которые выполняют прыжки со скал высотой до 40 метров, то есть прыгают прямиком в открытое море. То есть это вы можете увидеть, если приобретете экскурсию, морскую прогулку. Ну и, конечно, каждый турист, отдыхающий в Аланье, обязан увидеть порт. Идеальное место для прогулок и шопинга. Посмотреть на парусники, прогуляться по набережной и посетить одно из местных кафе или ресторанов, где можно попробовать блюда турецкой кухни или свежие морепродукты. Теперь мы, скажем так, минуем крепость Клеопатры и переходим на другое побережье Аланьи. Рекомендуем обратить внимание на эксклюзивный отель туроператора «Анекстур» на российском рынке. Это Monarch City Hotel 4 звезды, расположенный, как я и говорил, с противоположной стороны крепости Клеопатры, открывшийся в 2012 году. Пляж находится в 30 метрах от отеля через дорогу. Шезлонги, матрасы, зонтики бесплатно, пляжные полотенца под депозит 5 евро. Заход в море у них каменистый, это следует помнить, однако, я думаю, сейчас, в связи с сезонными особенностями отдыха, это не будет проблемой для ваших туристов. Основным преимуществом отеля над предыдущими является то, что вашему туристу будет чем заняться свободными от активного отдыха вечерами. Два раза в неделю турецкая ночь, два раза в неделю живая музыка, бесплатный а-ля-карт-ресторан, турецкая баня. Все в его распоряжении. На всей территории отеля, кроме номеров, Wi-Fi бесплатный. Питание и сами номера достойные для отеля категории 4 звезды. И рядом с Monarch City, а если быть точным, с левой стороны, есть хороший продовольственный магазин, где можно недорого купить алкоголь, что-нибудь перекусить и просто хорошее фруктовое либо ягодное вино. Переходим к следующему отелю. Это Азия Бич Резорт, расположенный в центре Алании в районе Оба в 5 километрах от центра города. Был построен в 2016 году и является эксклюзивным отелем туроператора «Анекстур», как и все предыдущие. Безусловно, это одно из самых респектабельных мест в районе Оба, собственно, как и в городской черте Алании, и, вероятно, представляет собой лучший отель, собственно, в самом районе Оба. Расположен он на береговой линии, к пляжу ведет подземный пешеходный переход. Любой отдыхающий отель может бесплатно воспользоваться буфетом, который находится на пляже. Инфраструктура отеля очень богата. В распоряжении гостей три бассейна, один из которых крытый, что немаловажно для туристов, отдыхающих в начале сезона, а также аквапарк и водные горки. От всех прочих отель отличает наличие своего боулинг-центра, кинотеатра, клуба, площадки для игры в сквош и мини-клуба. Общей площадью 400 метров квадратных, который открыт для самых маленьких гостей Азия Бич до 10 вечера. Таким мини-клубом не может, я думаю, похвастаться ни один городской отель Алании. Наименьшая площадь стандартного номера составляет 24 квадратных метра. Мини-бар пополняется ежедневно безалкогольными напитками, среди которых не только минеральная вода, но и кола, фанта и сок. Особенно хотелось бы отметить номера Family Room. В
Во всех 30 номерах этой категории имеется отдельная спальня для детей, каждая из которых оборудована игровой приставкой Sony PlayStation. Правда, 4, не 5. Кроме того, необходимо отметить наличие двух платных а-ля-карт ресторанов, которые предлагают своим посетителям оценить итальянскую и османскую кухню. Отель представляет собой отличный вариант для активных туристов, ценящих комфорт или отправляющихся на отдых с детьми. Учитывая все богатство инфраструктуры и предоставляемых бесплатных услуг, однозначно является одним из приоритетных отелей в данном регионе. По поводу отелей, о которых сегодня идет речь, все-таки, думаю, я небольшой комментарий оставлю и немного передохну от рассказа об отелях. Сегодня мы не будем рассказывать о привычных эксклюзивах, таких как Selectum, Utopia и так далее, потому что все-таки тема немножко другая. Мы хотим сделать акцент, наверное, об отдыхе, активном, об отдыхе в начале сезона, в конце, и поговорить об отелях, которые выбирают люди, отправляющиеся на отдых не за морем. Ну, может быть, за морем, но не в первую очередь. О наших, и причем здесь, я вам скажу, эксклюзивов примерно половина из всех отелей, о которых я рассказываю. То есть отелях, которые продаем на рынке только мы. Об отелях пляжных, конечно же, будет обязательно еще один вебинар в дальнейшем, где мы сосредоточимся именно о рассказе о каждом регионе, может быть, в отдельности, и повествовании о пляжных отелях. На этом можно сделать вывод, что основная центральная курортная зона города Аланья заканчивается. Мы с вами, тем не менее, продолжим свое путешествие в самые отдаленные места солнечного юга Анталийского побережья и переместимся в поселок Кестель. Один из новых и динамично развивающихся прибрежных районов Аланьи. Это спокойный и даже, можно сказать, провинциальный городок, характеризующийся длинными песчаными пляжами и великолепнейшей панорамой гор. Недалеко от Кестеля протекает горная река, называемая Димчай. Ее поток берет начало высоко в горах и впадает в море в этом районе. А над ущельем реки Димчай находится уникальная сталактитовая пещера Дим. Она считается второй по протяженности пещерой во всей Турции. Ну и, безусловно, самой интересной пещерой всего побережья, которую должен посетить абсолютно каждый турист. Прогуливаясь по проложенным мостикам под мерные звуки капающей воды, посетители могут любоваться причудленными формами сталактитов, сталагмитов. Ну а в конце 350-метрового пути ждет небольшое, но очень красивое озеро. Посещение пещеры, сразу скажу, трудное. Придется преодолеть около 380 ступенек, которые причем расставлены хаотично, то есть ты то поднимаешься, то опускаешься. За счет того, что в воздухе мало кислорода, за счет высокой влажности очень быстро устаешь, поэтому если ваша физическая форма на 3 из 10, то может быть лучше даже воздержаться от пещеры, либо идти медленным, неторопливым шагом. Дорога к пещере Дим пролегает среди живописных Таросских гор, покрытых соснами, а само побережье реки прочно облюбовано пикниковыми зонами, кафе и ресторанами. Во многих из них оборудованы бассейны, водные горки и беседки, стоящие на воде. Река Димчай и ее живописные окрестности пользуются большой популярностью у местных жителей. Это излюбленное место проведения семейных уикендов, турков, пикников с друзьями, каких-то свиданий. Несмотря на то, что эта удивительная достопримечательность находится всего в 6 километрах от популярного курорта Аланья, многие туристы никогда о ней не слышали. Между тем, зеленую долину, по которой пролегает горная река Димчай, можно назвать настоящим райским уголком, где можно прекрасно провести время. Ну а те путешественники, которые хотят посетить действительно уникальное место, которое редко удается увидеть большинству отдыхающих Аланьи, стоит приобрести экскурсию в каньон Сападере, либо добраться туда самостоятельно. Уникальное ущелье, внутри которого находится пешеходный маршрут общей длиной 700 метров. На отдельных участках навесной настил проходит довольно высоко над горной рекой, однако безопасность обеспечивают поручни по всей длине, то есть ты держишься за поручни и двигаешься по искусственной тропинке. Места, где можно купаться, они есть, они обозначены специальными знаками. Тут же указана глубина каждого естественного горного озера. Вода в любое время года холодная, около 12 градусов тепла. Благодаря этому в ущелье всегда стоит прохлада. Заблудиться на этом маршруте невозможно. Деревянные мостики выведут вас обязательно к небольшому водопаду.
По фотографиям, чтобы вот вопросы в чат не адресовались, левое верхнее фото – это река Дим, ее дельта, куда можно попасть, например, в какое-то кафе. Снизу слева – это пещера Дим, а с правой стороны – это каньон Сападере. Наверное, самая отдаленная от Алании достопримечательность, то есть в сторону как раз-таки отеля «Утопия». Но находится, тем не менее, не так оно уж далеко от крепости Клеопатра, всего лишь 30 километров. Не задерживаясь надолго, мы все же осмотрим все основные объекты в округе. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. У вас остались еще силы слушать дальше? Не устали? Еще говорят. Хорошо. Мы с вами уже побывали на песчано-галечных пляжах Анталии, посетили Белек, Седей, ненадолго заехали в отдаленную, но очень солнечную пляжную Аланию. Предположим, что вы активный турист, у вас еще осталось пару дней насыщенного отпуска. Как их можно использовать с максимальной выгодой? Конечно же, отправиться в сторону Таврийских гор и великолепного побережья Кемера. Гёйнук – курортный поселок, расположенный в 45 километрах к югу от Анталии, всего в 7 километрах от центра Кемеры и всей его инфраструктуры. Это место можно назвать одной из самых живописных на всем побережье. Тут можно найти отели на любой кошелек, рестораны для гурманов, крупные магазины, супермаркеты, небольшие лавочки для любителей шопинга. Красивые горные ландшафты для ценителей природы, интересные достопримечательности и также ночные клубы и дискотеки, естественно, уже в Кемере. В целом разница между Кемером и Гёйнуком незначительная. Многие путешественники и путеводители даже не выделяют его в отдельное направление. Ну а для туристов она заключается в том, что береговая линия в Гёйнуке более скалистая, со множеством ущелий, образующих почти врезающиеся в море горы. Около скал находится жилая часть поселка, а отельные комплексы преимущественно уже стоят ближе к морю. Основные достопримечательности курорта – природные. Здесь в качестве размещения мы предлагаем рассмотреть эксклюзивный отель туроператора Annex Tour, открытый в 2007 году Transatlantic Hotel Spa 5 звезд, ранее называемый как Queen Elizabeth. Состоит из небольшой, но очень компактной территории основного четырехэтажного здания, выполненного в форме корабля, и четырех двухэтажных зданий Atlantic, то есть корпус Annex, расположенных уже возле бассейна, его недалеко от этого самого корабля. В корпуса Annex лучше не отправлять семьи с маленькими детьми, так как в номерах будет очень шумно из-за музыки и анимации. Стандартные номера находятся в обоих корпусах, но несмотря на то, что с большей вероятностью турист окажется в главном здании, потому что там 90% стандартных номеров, попасть в доп-корпус он все-таки может. Поэтому для семей с маленькими детьми предпочтительно бронировать family, чтобы этот нюанс как-то обойти. Кроме того, в отеле есть категория эконом room, все номера которых расположены в здании Annex на нижнем этаже, без балкона и некоторые даже без окна, о чем обязательно нужно предупреждать своих клиентов. Питание в отеле вкусное и в меру разнообразное, голодным ваш турист точно здесь никогда не останется. Мы здесь жили 2 дня, и, наверное, может быть, не совсем правильно сравнивать, но могу сказать, что еще один день я жил в отеле Orange County, Кемер, и питание в Трансатлантике было лучше. Из мяса – курица, индейка, телятина, иногда баранина, перепелки и рыба.
Среди гостей ходили слухи, что кто-то когда-то встречал креветки, но мне не посчастливилось. В снэк-баре гамбургеры, картошка фри, пицца, за аквапарком женщина делает лепешки, там же в холодильнике можно взять айран или газированные напитки бесплатно. Так как отель выглядит у нас на сайте, вы можете сейчас наблюдать. Но на самом деле он выглядит несколько по-другому. Вот эта фотография сделана мной лично, то есть в принципе ничем не отличается. Неплохая симпатичная территория, анимация возле бассейна, вполне приличные напитки и питание для отеля бюджетного уровня. Анимация у них позиционируется как активная, то есть это гимнастика, танец живота, дротики, степ, аэробика, вечерние шоу-программы. Каждую пятницу – турецкая ночь. Каждую субботу – караоке. Иногда устраивают дискотеки у бассейна на свежем воздухе. Ну и, конечно, классические – мисс Трансатлантик, лучшая пара Трансатлантик и так далее, которые, на мой взгляд, особого внимания не заслуживают. Собственный галечный пляж находится в 200 метрах от отеля через дорогу. Пляжные полотенца по карточкам, все остальное бесплатно. Заход в море мелкая и крупная галька вперемешку. Для детей поэтому, наверное, рекомендована все-таки специальная обувь. И оценить пляж я могу на 4 с минусом. То есть крупная галька при заходе, резкая глубина и не всегда ровное покрытие. Естественно, путешественники-новички будут довольны. Туристы, которые отдыхали до этого в дорогих отелях Кемера и Белека, явно нет. Насчет номеров. Отдельные, на мой взгляд, похвалы заслуживают номера. Сейчас вы увидите реальные фотографии. Номера новые, красивые, выполнены в тематическом стиле. При заселении пополняют бар, то есть это пиво, вода, спрайт, фанта, кола, минералка. Потом добавляют только воду. Когда-то, может быть, уже 2 года назад, жирным минусом отеля был платный и не очень качественный Wi-Fi. С этого года его сделали, вернее, с прошлого, извиняюсь, его сделали бесплатным даже в номерах. Более того, каждый номер оборудован теперь отдельным роутером. Поэтому интернет просто летает, и можно смело загружать и просматривать видеоролики. Номера все реновированные. Вот это вы можете видеть обычный стандартный номер. Эконом, он такой же, по сути дела, просто без балкона, без окна. У отеля удачная расположение, рядом много магазинов, кафе, сувенирных лавок, лавочек, где продают фрукты. Можно дойти пешком до рынка. И в целом отлично он подойдет для непривередливой молодежи, которая просто хочет отдохнуть не очень дорого и, самое главное, не очень скучно. Как я уже говорил, основные достопримечательности Гёйнука природные. Это величественные горы, пещеры и гроты, уютные пляжи, бухты и лагуны. А главной жемчужиной среди всей этой красоты заслуженно стал каньон, который образовался в устье одноименной реки и нынче считается важным природным памятником региона. По каньону организовывают пешие конные туры. Каньон – это ущелье высотой 350 метров и шириной 6 километров, а протяженностью около 14 километров. Заканчивается в отрогах крупных скальных гор. Прогулка по этому месту далеко не так легка, как утверждают во многих экскурсионных бюро. В целом от 2 до 6 часов она длится в зависимости от программы экскурсии. Природа каньона потрясает удивительными скалами, озерами, бурным течением реки, водопадом и великолепными ландшафтами. Часть дороги по каньону проходит по мелководью, так что удобные тапочки, которые не жалко намочить, и купальник не повредят. Если вы доберетесь до каньона самостоятельно, что очень просто, так как он находится всего лишь в 2 километрах от центра поселка, то за вход придется заплатить 15 лир со взрослого и детей старше 6 лет. Сейчас мы с вами посмотрим на каньон изнутри и немного пройдемся по Ликийской тропе, популярном трекинговом пешем маршруте, соединяющем Фетхе с Анталией. Протяженность этой тропы составляет 540 километров. Естественно, все 540, наверное, мы все-таки не пойдем, но маленький кусочек обязательно захватим. You will be mine, honestly.
переходим к Кемеру. Все-таки он у нас дальше по побережью, заезжаем в Кемер. Это один из ключевых центров Анталийского побережья, настоящая курортная Мекка, которая особенно популярна среди наших соотечественников, приверженцев системы «Все включено». Отели Кемера делятся на две части. В одних останавливаются любители спокойного отдыха, в других – молодежь, ценящая близость и обилие развлечений в самом городе. Семейные гостиницы обычно расположены за пределами города, а молодежные уже в его черте, в пешей доступности от всех ночных и вечерних развлечений. Обязательная программа в Кемере – пройтись, конечно же, по центральной площади Ататюрка, посидеть в одном из ресторанов или баров на берегу моря, посетить настоящую кальянную и прогуляться по набережной порта Марины. Одна же из главных достопримечательностей – улица Лиман, сосредоточение всевозможных торговых точек, начиная от дешевых сувенирных лавочек и заканчивая магазинами одежды, барами, ресторанами и дискотеками. Большинство магазинов расположены на бульваре Ататюрка, это главная торговая, единственная пешеходная улица города. Достопримечательности Кемера – это в основном природные красоты и руины древних городов, о которых мы поговорим позднее. В северной части курорта находится парк Йорук. Это живая этнографическая экспозиция, посвященная истории турецкого народа. Своеобразный музей под открытым небом, рассказывающий об образе жизни кочевых туркменских племен. Здесь можно познакомиться с процессом создания ремесленных изделий, а также попробовать традиционную пищу кочевников. Ну и, конечно, просто посидеть в национальном кафе, похожем на шатер, и попробовать настоящий айран. Не он тот, который в стаканчиках в холодильнике в отелях ставят, а самый настоящий. Кроме того, здесь, в парке Йорук, в свободном плавании гуляет большое количество разнообразных животных. От кур и кроликов до коз и баранов. И именно отсюда открываются самые красивые виды на побережье, так как национальная деревня находится на возвышенности полуострова. Вход стоит 4 лиры. Неподалеку от парка Йорук находится пляжно-парковый комплекс «Мунлайт», или, как по-русски он называется, «Лунный свет». Для самых маленьких здесь работает детский клуб и дельфинарий. Для взрослых же есть торговый центр, рестораны и бары, два бассейна, теннисные корты и обустроенный песчаный пляж. Кемер – это место, где можно получить максимально разносторонний и комфортный отдых. Магазины, клубы, свежий воздух и множество отелей, расположенных непосредственно в центре населенного пункта, позволяющие своим туристам не только активно проводить свой отпуск и наслаждаться инфраструктурой и местными достопримечательностями, но и получить высокий уровень сервиса на территории отеля. Ведь именно тут находятся такие отели, как Orange County, Crystal Deluxe, Fame Residence и другие. Но сейчас речь у нас идет не о них. Armaz Beach справа на слайде и Armaz Gul Beach слева на слайде. Два эксклюзивных отеля туроператора Annex Tour, которые находятся в 2 километрах или в 20 минутах ходьбы от поющих фонтанов, парков, центральной площади Кемера, расположенной на улице Ататюрка и всей инфраструктуры. При этом они обладают всеми преимуществами местоположения вышеуказанных отелей. Но стоит значительно дешевле и, в отличие, например, от Аздем Парка или Ареса, находится на первой береговой линии. Отели недорогие, питание без изысков, номера экономные. Но, тем не менее, уровень хорошей крепкой четверки с неплохими отзывами на специализированных сайтах стабильно подтверждается. Я сказал, что уровень неплохой крепкой четверки, но после реновации 2020 года они получили статус 5-звездочных отелей оба. Но в целом остались неизменны. Концепция абсолютно одинаковая. Шведский стол, поздний завтрак, закуски, сладости в определенные часы, ночной суп, местные алкогольные и безалкогольные напитки с 11 до 11 часов. Ненавязчивая анимация. Armaz Gul имеется рыбный а-ля карт ресторан, услугами которым можно воспользоваться бесплатно один раз за время пребывания. Весь район Кемера – это район с голубым флагом, мелкой галькой и пологим приятным заходом в море по сравнению с абсолютно всеми остальными местами на побережье Кемера. Armaz Beach нам показался намного активнее и веселее. Здесь чувствуется пляжная атмосфера, такая вот приятная, шум бриза, ветер, волны. Также есть спортивная анимация и живая музыка. Номера хорошие, но не очень большие, всего лишь 25 квадратов. Плюс есть номер, называется он «Эконом».
или Garden Room. Они очень маленькие, всего лишь 17-18 квадратов. Кровать, душевая кабина, проход, куда можно поставить чемодан, и все. Обращайте на это внимание. Номера Gull Resort Standard, расположенные в отеле Armas Gull, находятся в дополнительном корпусе через дорогу. Они отличаются от стандартов только размером, они чуть-чуть меньше. Там же через дорогу находятся family номера Gull Family Resort. Они выглядят едва ли не лучше, чем все номера на первой линии, и сам корпус впечатлил больше. Именно корпус на второй линии. Там есть на второй линии два бассейна, показанные на нижней левой картинке, и водные горки. Поэтому любителей погулять по городу, потусоваться в клубе «Аура», заняться шопингом или просто туристов с небольшим бюджетом можно смело и без опаски отправлять в один из отелей сети «Армас». И в завершении рассказа о Кемере я буквально пару слов скажу о нескольких отелях, которые вы можете выбрать для ваших туристов непосредственно в самом центре города. Bond Beach Hotel 3 звезды и Olympus Beach – это два крайне скромных отеля, от которых не нужно ожидать многого и не надо рассчитывать на сервис хотя бы Армаса. Бронируем только из-за выгодного местоположения относительно центра и моря. Оба отеля находятся рядом и имеют одну территорию и схожие характеристики. Последняя реновация проводилась в 2017 году. На пляже шезлонги, зонтики, матрасы предоставляются бесплатно. Номера хорошие, относительно, опять же, своей цены, но в отеле Bond чуть-чуть лучше. Wi-Fi платный, вечером они включают музыку, до 10 бесплатно работает бар. Все туристы разбиваются по компаниям и отдыхают в зоне лобби и на пляже. Fame Residence Beach Park. Аналогичное местоположение на береговой линии, но ко всему вышеперечисленному добавляется большой комфортабельный бассейн, номера с хорошим ремонтом, безукоризненно хорошее питание и бесплатный Wi-Fi в лобби. Также следует помнить, что гости, проживающие в отеле Fame Hotel 3 звезды, расположенном на второй линии, пользуются рестораном, пляжем и другими услугами отеля Fame Residence Hotel 4 звезды. Ну и SkyMac Marina Hotel. Я думаю, вам всем хорошо знакомый отель, активный, веселый, расположенный у самого порта Марины. Состоит он из пятиэтажного здания и дополнительного пятиэтажного корпуса «Аннекс», в котором номера вынесены в отдельную категорию и в целом хуже и меньше по площади. Зато во всех из них есть мини-бар, бесплатный сейф и Wi-Fi. Когда ты гуляешь по Кемеру и проходишь мимо Марины, она сразу обращает на себя внимание тусовкой и достаточно громкой музыкой. Поэтому многие туристы так с завистью оглядываются на отель SkyMac Marina. Протяженность пляжа 150 метров, находится он в 100 метрах от отеля через дорогу. Заход в море – песок и галька. Пляж расположен в лагуне, поэтому там нет ветра, волн, и заход в море очень удобный и пологий. Но, как можно обратить внимание на картинку, и также, я думаю, вы видели фотографии, рядом порт. Какой-то грязи он особо не приносит, но многих туристов смущает такое соседство. Система питания «Ультра все включено» функционирует до часу ночи, а вечером у бара и на пляже организовывается живая музыка, что на фоне моря выглядит очень атмосферно. В целом, за последние годы отель поднял свой уровень сервиса, поэтому его можно смело рекомендовать активным туристам, которые хотят получить все и сразу. Последняя реновация у него проводилась в 2019 году. В целом, можно отметить, что центр Кемера, порт Марина, наряду со историческим центром Аланьи и районом Калеи-Чивантали, является самым колоритным, интересным и запоминающимся местами всего Анталийского побережья, которое переворачивает представление об отдыхе в Турции, куда действительно хочется вернуться. Как у вас настрой духа? Давайте перекличку сделаем. Давайте сделаем следующим образом. Какие города меня еще слушают? Напишите в чат. Посмотрим географию нашего вебинара. Отлично. Мы буквально выходим с вами на финишную прямую, потому что мы сейчас поговорим, скажем так, о не совсем популярных местах. Может быть, вы даже что-то новое узнаете. И я думаю, в течение 15 минут максимум мы закончим. Немножко дольше получилось, чем я рассчитывал. Думал, все-таки в 2 часа я уложусь. Самостоятельно, либо в составе организованной экскурсии, отправляясь в сторону поселков Чамьюва и Токирова, можно посетить два удивительных места, которые, как правило, всегда объединяются в одну экскурсионную программу. Визитной карточкой не только поселка Токирова, но и всего побережья Кемера является гора
Тахталы. Или Олимпос, самая высокая точка горного массива Тавр, абсолютная высота над уровнем моря, которая составляет 2365 метров. Ее видно отовсюду, на многие километры вокруг и даже далеко из моря. И лишь прокатившись на канатной дороге, возможно почувствовать и ощутить все природные красоты в полной мере. Наверху находится ресторан, магазины с сувенирами и, самое главное, смотровая площадка на крыше с обзором в 360 градусов. Кроме того, предлагают на Тахталы очень захватывающие красивые приключения – полет на параплане и аттракцион «Рогатка». Ну а туристы, отправляющиеся на экскурсию в начале сезона, ориентировочно в апреле, иногда даже в начале мая, имеют шанс наверху застать самый настоящий снег, одеть шортики, сланцы и погулять по снегу. Ну и, конечно, каждый путешественник должен попасть в древний город, называемый Фазелис, находящийся на небольшом полуострове в окружении красивых бухт, в котором вода круглогодично сохраняет ярко-синий оттенок воды. Фазелис достаточно неплохо сохранился, особенно в сравнении с другими античными городами Турции, руины которых расположены по всей территории. Здесь можно прогуляться по некоторым улицам, увидеть разницу в строениях зданий различного назначения и осмотреть остатки чудом сохранившихся мозаики на полу, ну и также других руин. Ну и как в других античных городах, посмотреть на развалины амфитеатра, терм, агоры, акведука и других руин. Ну и в завершении нашего вебинара небольшой поселок Чералы. Новое активно развивающееся направление, в настоящий момент представляющее собой несколько ресторанов на пляже, пару магазинов, служб проката авто и много небольших клубных отелей. Чералы – это длинный, пустынный и, можно даже, наверное, сказать, безлюдный пляж. Горы, много зелени, море и тишина. Отправляясь в этот район, нужно понимать, что ближайшая цивилизация начинается не менее чем в 30 километрах от поселка. И одна лишь дорога, представляющая собой тонкий полутораполосный серпантин, спускающийся в ущелье и ложбину, производит неимоверное впечатление, если турист любит комфортный отдых в небольших отелях, если он ценит нетронутую природу, не хочет драться по утрам за место на пляже и, в принципе, не любит, чтобы у моря кто-то лежал рядом с ним на расстоянии 10 метров, его выбор – Чералы. Галечный пляж считается одним из лучших на побережье. Его протяженность около 3 километров – это одно из немногих мест в стране, где можно увидеть крупных морских черепах – карета-карета и кладки их яиц на прибрежном песке. Главная фишка региона – ущелье горы Янарташ, что значит в переводе «горящая скала». Она расположена чуть выше города, и, поднявшись в ущелье, турист может увидеть поднимающиеся прямо на камнях языки пламени, которые то разгораются, то гаснут, вне зависимости от времени года. Особенно эффектно это выглядит в сумерках. У горы Янарташ находятся руины старинной крепости. На саму гору вход – платный, он стоит 10 лир. Маршрут, опять же, не такой простой, как может показаться, неподготовленному путешественнику повергнет в шок. Подъем занимает около часа, может быть, полутора часов, и несмотря на то, что на всем протяжении пути расставлены лавочки для отдыха, весьма затруднителен. Янарташ переводится как «горящая гора». Она окутана дымом и огнем, как считают ученые, из-за скопившегося внутри природного газа. Ну, естественно, есть легенда. По легенде, греческий герой Беллерофонт убил страшное чудовище, вам знакомое, химеру. Существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змей.
С тех пор Химера живет под землей и извергает пламя. Во многих путеводителях часто указывают, что пламя, выходящее из горы, почти не обжигает руки. Миф, опровергнут мой лично, очень-очень обжигает. Более того, часто можно увидеть местных жителей, которые жарят зефирки либо маленькие сосисочки на этих природных огоньках. Сейчас мы вместе с вами поднимемся на гору Янарташ, увидим ту самую Химеру и полюбуемся на панораму поселка Чаралы. В данном регионе компания Annex Tour работает только с одним отелем – очаровательным кусочком спокойствия, уединения и тишины – отелем Кимера Hotel Boutique, состоящего из комплекса бунгало, где главная цель – это комфорт, отличные номера, качественная уборка, банные принадлежности, халаты, тапочки, мини-бар, сейф и чайный набор. В каждом бунгало есть своя терраса, где стоят два плетеных кресла и столик. Wi-Fi, естественно, ловит по всей территории отеля. Отель функционирует только по системе питания завтраки, причем очень разнообразные и полезные. Я сейчас немножко позанудствую и перечислю то, что там есть. Завтраки. Есть печеные свежие овощи, из фруктов арбуз, дыня, слива, черешня, персик, яблоки, груши, различные каши, каждый день, в общем, разные блюда, выпечка, очень большой ассортимент сладкого, большой выбор сыров, рыбная колбасная нарезка, ну и бесплатные фреши, что, кстати, редко встретишь в отелях Турции. Алкоголь в концепцию не входит. Местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки, а также а-ля-карт ресторан, где можно пообедать и поужинать, все за дополнительную плату. И, как я и говорил, отель работает только на завтраках. Отличный большой чистый бассейн, ночью красиво подсвечивается. Возле бассейна большое количество шезлонгов и зонтов. Территория красивая, очень ухоженная, есть бесплатный прокат велосипедов и турецкая баня, сауна и парная. Непосредственно в отеле можно взять в аренду даже автомобиль. До пляжа идти примерно 7 минут. Сам пляж, как я и говорил, песчаный, заход галечный, иногда можно встретить камни. Свободные шезлонги и навесы всегда в наличии. Отель, который может наглядно показать туристам, что Турция – это не только отель, работающий по системе «Все включено», водные горки, анимация, но и совершенно другой европейский уровень отдыха и сервиса. Какие цены на питание в отеле, если рядом нет кафе? Кафе есть. Рядом около 5-6 различных кафешек. Можно ходить питаться туда. Цены, сразу скажу, за счет изолированности поселка немного выше. Но если в Алании, в центре, в Анталии 600-800 рублей на человека можно, ну, вернее, на двух человек можно пообедать без проблем, здесь будет чуть дороже, 1000-1200. То есть, например, рыба свежая, целая полноценная рыбина, которую ты вот пальцем утыкаешь, он при тебе ее на гриле жарит, будет стоить 60 лир, то есть 600 рублей. Шашлык 200-300 рублей, напитки 150-200 рублей. Отель не дешевый, поселок не дешевый, и именно поэтому его очень любят европейцы. Здесь крайне мало туристов из России. Из любого отеля, расположенного в Чаралы, можно пешком добраться до национального парка Олимпос, где сохранились руины средневековых и древнеримских построек. Попасть туда можно по пляжу. Буквально выходите на пляж, проходите в самый правый конец пляжа, и там будет вход в парк Олимпос. Стоит это развлечение 45 лир с человека, то есть примерно 450 рублей. Но если вы обладаете некой сноровкой,
прокачанным навыком ловкости и не боитесь горных троп, то можно подняться по тропинке, ведущей к крепости. Совершенно бесплатно. Крепость, которую вы сейчас наблюдали в ролике. Но это достаточно сложно и местами даже опасно. Кроме того, проходит ручей рядом как раз-таки с турникетами. Сам Олимпос работает до 6 часов. То есть вечером, когда турникеты закрываются, снимаете обувь, закатываете штанишки, обходите турникеты по ручью и тоже можете погулять бесплатно. Ну а мы сейчас погуляем, собственно, тоже бесплатно по Национальному парку Олимпос. The door, I'm on the way. A million things I guess that I should say, but I am done. Yeah, I am done. Letting go of all my heavy load. I waited for the moment to unfold. Завершаем мы наш уже вояж по Анталийскому побережью. Мы, отправившись по прибрежным и высокогорным серпантинам, в завершении в турецкий городок Темре. Для того, чтобы увидеть древнейший ликийский город мира и его легендарные скальные гробницы. По пути нас ждет остановка в храме святого Николая, место службы Николая Чудотворца, ставшего прообразом никого иного, как Деда Мороза. В настоящее время данный храм не является действующей церковью, в нем расположен музей. Четверть от стоимости билета за вход в храм святого Николая отправляется в фонд на восстановление данной церкви. Саркофаг, в котором изначально находились мощи святого Николая, расположен в южном коридоре церкви. В нем, как полагают, собственно, и был похоронен святой. Изготовлен он из белого мрамора. Ну и, конечно, как я и говорил, думаю, многие из вас знают, что Николай Чудотворец – это прообраз Деда Мороза и Санта-Клауса. Причем в западной традиции образ Николая трансформировался в Санта-Клауса, имеющего мало общего с христианским святым. По сути дела, остался лишь обычай развешивать носки для подарков возле камина. Турецкий же город мира, античное место с действительно непростой судьбой. Благодаря своему расположению на высоком склоне холма, греко-римский театр, точнее то, что от него осталось, сразу же бросается в глаза. Отдельного внимания заслуживают и скальные гробницы с сохранившимися ликийскими надписями. Гробницы расположены на склоне горы и представляют собой 200-метровую стену, состоящую из больших каменных глыб с гробницами. Все они разной формы, но обязательно с оконными дверными проемами. Добраться до данной достопримечательности, конечно, лучше приобретая экскурсию. Это намного проще, потому что на такси преодолеть установленный маршрут будет очень дорого. Прям очень дорого. А на арендованном автомобиле попросту сложно. Вас ожидают узкие дороги, серпантины, тошнота и желание проклинать все вокруг. Тем не менее, мы пробуем, потому что результат однозначно стоит затраченных усилий. Мы с вами посетили все основные туристические, исторические и природные достопримечательности Анталийского побережья.
Я очень надеюсь, что вы смогли убедиться в том, что существует огромное количество мест, которые смогут дополнить отдых любого туриста. Не заменить, а именно дополнить, сделав его путешествие интересным, необычным и запоминающимся. При этом я не успел рассказать вам о многом. О безумно интересном музее античных статуй, термальных источниках, музее, в котором представлена история игрушек всего мира, а также совершенно диких руинах и древних городах, в которых не проводилось никаких реконструкций. И самое главное, несмотря на огромное разнообразие локаций, от крайне левой до крайне правой точки, мы сегодня с вами за 2 часа активного повествования преодолели всего лишь 300 километров. То есть в расстоянии, сопоставимом с дорогой от Москвы до Ярославля, скрывается целая многовековая история, которая доступна любому туристу, независимо от того, в каком районе Анталии он отдыхает. Просто, к сожалению, замечают ее не так часто. Наша с вами задача – донести до туриста, донести до своих клиентов, ну и самим в этом убедиться, что отдых в Турции доступен и интересен в любое время года. И каждый раз, возвращаясь сюда снова и снова, он сможет открыть для вас что-то новое. Сегодня мы с вами практически шаг в шаг повторили мое путешествие, которое я совершил в марте этого года, всего лишь за 11 дней. Наши официальные страницы вы можете увидеть на слайде. Прошу подписываться, добавляться в друзья, задавать любые интересующие вопросы. Запись данного вебинара вы сможете увидеть на нашем официальном YouTube-канале. Огромное спасибо за то, что принимали активное участие, за 2500 комментариев, которые оставили в чате. Я очень надеюсь на плодотворное, успешное сотрудничество, ведь устойчивость, регулярность, самое главное, необходимость полетной программы зависит только от вас. И с вашей поддержкой мы сможем не только успешно пройти через этот сезон, но и создать почву для расширения сферы деятельности, выставления новых направлений. Всем спасибо за участие.